Только симметричная война на финансовом рынке, когда наши ответы, вот как китайцы делают, они, американцы наносят им ущерб на 100 миллиардов долларов, они говорят, а ну нанесем на 1 триллион. То есть китайцы сразу делают ответ намного более серьезный, наносят ущерб американцам, чем те намерены нанести им. Поэтому нам надо понимать, что смерть Кощея находится в долларовой эмиссии. И как только мы откажемся от использования долларов, мы нанесем американцам самый серьезный урон. И борьба должна вестись не вокруг товарных поставках. Если мы хотим сделать агрессора слабым и нанести ему неприемлемый ущерб, мы должны бить по финансовому сектору. Поэтому мы должны сегодня защищать нашу финансовую систему путем симметричного ответа по замораживанию долларовых активов.